Всем привет! В этом видео мы поговорим о файловой системе ZFS, рассмотрим ее структуру, особенности и недостатки. ZFS или ZBit File System – это файловая система, изначально созданная в Sun Microsystems для операционной системы Solaris. Она поддерживает большие объемы данных, объединяет концепции файловой системы, менеджера логических дисков и физических носителей, а также простое управление томами хранения данных. Представляет собой файловую систему следующего поколения, первоначально разработанную для создания решений NAS с повышенной безопасностью, надежностью и производительностью. В отличие от других систем, ZFS – это 128-битная файловая система, предлагающая практически неограниченную емкость. ZFS является проектом с открытым исходным кодом и лицензируется под CDDL. Для использования файловой системы ZFS из коробки необходимо установить либо FreeBSD, либо операционную систему, которая использует Illumos ядро. Это ответвление ядра OpenSolaris. Если хотите использовать ZFS в Ubuntu, необходимо добавлять поддержку вручную. Сделать это несложно, нужно лишь выполнить несколько команд. К этому мы вернемся позже, а сейчас давайте рассмотрим преимущества и недостатки данной файловой системы. Из преимуществ файловой системы ZFS можно выделить следующее. Она имеет упрощенное администрирование, управление томами, RAID-массивами и файловой системой здесь слито воедино. Для создания томов, уровней избыточности, файловых систем, сжатия, точек монтирования и такое прочее вам потребуется всего лишь несколько команд. Это также упрощает и мониторинг, так как имеется два или даже три меньших уровня, которые следует просматривать. Следующее из преимуществ – обеспечение целостности данных. При записи данных вместе с ними вычисляется и записывается контрольная сумма. В дальнейшем, когда данные считываются, контрольная сумма вычисляется еще раз. При несовпадении записанных контрольных сумм и считанных данных обнаруживается ошибка. После этого система попытается исправить такую ошибку автоматически. Также ZFS отлично масштабируется с возможностью добавления новых устройств, управления кэшем и тому подобного. Также в ней присутствует функция копирования при записи. В большинстве файловых систем данные теряются навсегда после перезаписи. С другой стороны, в ZFS новая информация записывается в другой блок. Затем метаданные файловых систем обновляются до новой информации после завершения записи. Это приводит к сохранению старых данных в случае сбоя системы или другого вредоносного события. Имеет встроенные функции хранения, такие как репликация, процесс создания копии чего-либо, дедупликация, процесс устраняющий избыточные копии данных и снижающий нагрузку на хранилище. Сжатие – это опция, которая сберегает дисковое пространство и добавляет скорость. В процессе количество битов, необходимых для предоставления данных, сокращается. Снэпшоты – набор эталонных маркеров для данных в конкретный момент времени. И клоны – идентичная копия чего-либо. Но как и у любой другой файловой системы, у ZFS также имеется своя доля слабых мест. ZFS страдает от ужасной производительности при заполнении на 80% и более от своей емкости. Это общая проблема файловых систем. Когда пул начинает заполнять 80% емкости, необходимо либо расширить его, либо выполнить миграцию на хранилище большего размера. Нет возможности сокращать пул. Вы не можете удалять устройство или виртуальные устройства из пула после добавления. Также имеет ограниченность в изменении типа избыточности. За исключением переключения пула отдельного диска в пул зеркалирования, вы не можете изменить тип избыточности. Выбрав тип избыточности, единственным решением будет его разрушение и создание нового, восстанавливая данные из резервных копий или другого расположения. А сейчас давайте рассмотрим, как установить ZFS в операционной системе Linux, на примере Ubuntu версии 20.04. Для установки нам понадобится терминал. Для запуска нажмите сочетание клавиш Ctrl+Alt+T, затем выполните следующую команду для проверки обновлений приложений. После ввода команды система попросит ввести пароль. Введите пароль рута и нажмите Enter. И для установки следующую. После запуска команды установки для подтверждения введите Yes и нажмите Enter, после чего начнется процесс установки пакета программного обеспечения.
Чтобы проверить установку ZFS, выполните такую команду. Результатом будет вывод версии программы. Теперь можно создать пул хранения с виртуальным устройством VDF. Пул хранения – это набор одного или нескольких виртуальных устройств, на которых хранятся данные. Пул ZFS, или как его еще называют Z-Pool, служит контейнером данных самого высокого уровня во всей системе ZFS. Он используется для создания одной или нескольких файловых систем, наборов данных или блочных устройств тому. Эти файловые системы и блочные устройства совместно используют оставшееся пространство пула. Операции по разделению и форматированию будут выполняться системой ZFS. Виртуальное устройство VDF может состоять из одного или более физических устройств. Оно может быть пулом или его частью. Может иметь уровень избыточности зеркала, тройного зеркала, RAID Z, Z2 или Z3. RAID Z – это реализация модифицированного RAID 5. В ZFS он способен устранять ошибки и пробелы в записи, обнаруженные в оригинальном RAID 5. RAID Z1 требует для работы как минимум 3 диска, 2 диска для хранения данных и 1 для четности. RAID Z2 должен иметь 2 диска для хранения и 2 для отчетности, и Z3 как минимум 2 накопителя и 3 диска для контроля отчетности. А теперь давайте рассмотрим, как собрать из накопителей RAID Z. Сперва нужно определить накопители, из которых будет построен массив. Для проверки подключения дисков и определения нужных воспользуемся утилитой FDisk. Выполним следующую команду для построения списка накопителей. В результате вы увидите список дисков с детальной информацией о каждом из них. Для примера я покажу, как собрать RAID Z первого уровня. Это аналог RAID 5 с одним диском четности. Позволяет оставаться массиву в рабочем состоянии и без потери данных при выходе из строя одного накопителя. У меня есть 3 жестких диска – SDD, SDE и SDF. Я создам пул с именем ZData. Для этого выполню такую команду. Если появляется какая-либо ошибка, вы можете запустить команду, используя параметр F после команды zpool-create, которая принудительно выполняет команду. Чтобы узнать точку монтирования, после создания пула выполним команду dfh. Из вывода мы видим, что пул смонтирован в zdata. Чтобы изменить точку монтирования для пула, используйте следующий синтаксис. В этом примере я использовал var-pool в качестве новой точки монтирования. Проверяем новую точку DFH. В пуле хранения можно создавать каталоги. Для примера я создам каталог с именем MyData. И чтобы посмотреть все пулы хранения ZFS в системе, выполним такую команду. А для того, чтобы узнать конфигурацию и состояние каждого устройства в пуле ZFS, выполните команду статуса. Для вывода событий и устранения неполадок введите такую команду. Для добавления еще одного жесткого диска в пул хранения ZFS нужно выполнить команду с именем диска, который нужно добавить. И после добавления диска посмотрим его статус. Ну и для удаления пула хранения ZFS нужно выполнить следующую команду zpool-destroy. Данная файловая система позволяет создавать моментальные снимки вашего пула. Моментальный снимок – это доступная только для чтения копия файловой системы, созданная в определенный момент времени. Можно делать снимки целых наборов данных или пулов. Моментальный снимок включает исходную системную версию файловой системы вместе со всеми изменениями, внесенными после создания моментального снимка. Проще говоря, при создании моментального снимка создается дифференциальная копия только для чтения. Для создания снимка используется команда zfs-snapshot, за которой следует имя снимка. В этом примере я использовал zdata-mydata для создания моментального снимка. Для проверки снимка выполните такую команду. Если нужно, его можно переименовать.
Вы можете отменить изменения, выполнив операцию отката моментального снимка. Имейте в виду, что вы потеряете все изменения с момента создания моментального снимка. Для того, чтобы откатиться к нужному снимку, нужно выполнить команду ZFS Rollback с именем нужного снапшота. Это отменит все действия в данном каталоге, что делались после этого снимка. Эта команда откатит систему к нужной дате. После завершения отката вы можете проверить наличие удаленных после снапшота файлов в каталоге. Снапшоты можно сохранить в файл и вернуть его обратно, что отлично подходит для создания бэкапов или отправки копий по сети, к примеру через SSH. Команда send отправляет снапшот файловой системы, который может быть переслан в файл или на другую машину в потоке. Команда receive принимает такой поток и записывает копию снапшота обратно в файловую систему ZFS. Для примера создадим еще один снапшот и сохраним его в файл следующей командой. А затем вернем его обратно, выполнив такую команду. С помощью дополнительных скриптов можно настроить автоматическое создание снапшотов и отправку, к примеру, на сервер по SSH протоколу. И как уже упоминалось ранее, ZFS позволяет автоматически сжимать данные. Учитывая мощность современных процессоров, это полезная опция, так как уменьшенный размер данных означает, что меньше данных будут физически прочитаны и записаны, из чего следует более быстрые операции ввода-вывода. ZFS предоставляет широкий набор методов сжатия. По умолчанию используется LZ4 – высокопроизводительная замена для LZGB, что дает более быстрое сжатие и распаковку по сравнению с ним при несколько большей степени сжатия. Для смены уровня компрессии можно использовать следующую команду. Или даже можно изменить тип сжатия. И посмотреть уровень компрессии. Самый безопасный выбор – это LZ4, так как он значительно быстрее всех остальных вариантов при хорошей производительности. Принимая это все во внимание, ZFS несомненно является файловой системой, предлагающей широкий спектр возможностей. Файловая система позволяет не только управлять данными эффективным и инновационным способом, но и в случае непредвиденных ситуаций позволяет восстановить данные без каких-либо прерывов в работе. Кроме того, в случае сбоя всю систему можно легко восстановить, используя функцию моментального снимка и вернуть ее к определенному моменту времени. Если у вас возникли проблемы с потерей информации файловой системы ZFS и RAID Z, воспользуйтесь программой Hetman RAID Recovery. С ее помощью вы сможете вернуть случайно удаленные файлы с файловой системы ZFS или достать информацию с разрушенного RAID Z массива. Программа поможет в случае сбоев, форматирования, затирания и других случаев потери данных. Детальнее о том, как восстановить данные с файловой системы ZFS и RAID Z, смотрите в предыдущем видео. Ссылка будет в описании. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям.